Продолжаем на базаре уже. Чтобы долго там тоже не спускаться, будем экономить иногда время. Наткнулся на днях на мемориал на пересечении Хаббельфилд-авеню и Милл-стрит. Говори, что хочешь о миротворцах, но покойников своих они чтят. А тебе так они вернулись? Ночные бегуны, правда? А, ты уже другой диалог. Так. Не, давайте до утра подождем, по причине по одной очень простой, потому что эти-то никуда не деваются, базарные квесты. А вот то утром, пока не забыл, чтобы вот не пропустить. Если вода закончится, нам всем пиздец, и гражданским. Вот оно, да. Все в семью. То есть мы сначала до туда добежим, а потом наступит ночь. Жалко, он не может здесь бегать. Жизнь иногда бывает такой невыносимой. Что здесь такие все эти? Сейчас никто не может чувствовать себя в безопасности. 14 метров, отлично. Да уж, если добрались даже до... А, это 14 метров. Лукаса были враги? Он был командиром миротворца. Да залезь. А ты как думаешь? Наверное, такое большое желтое это. Если это так, по нему этого не видно. А, ты, в смысле? А, ты мне на дверь показываешь, я понял. Да ее. Залезь. Так, нам типа вот сюда. Почему ты сидишь? Что-то вообще как-то жестко. Что это? А, это от базара. Понял. Главное, чтобы вот это вот, вот эти вот то, не появлялись, как это вот раньше. Из-за чего приходилось перезаходить. Оставьте меня в покое. Я никому ничего не скажу. Так, испытание паркуром — это ясно. Еще один товарищ покинул нас. Посетим мероприятие. Карине было всего 26. Рука правосудия дотянется до тех, кто оборвал ее тяжелую, но замечательную жизнь. Правосудие настигнет тех, кто лишил ее шанса найти любовь и мечты возделывать свое поле. Прощай, добрая душа. Покойся с миром. Возделывай свое поле на небесах. Мы тоже своего рода свечку держим. Причем не одну, у нас аж целых вон сколько. Пойдем, кстати, опробуем там. Кого-то пинают, давай поможем товарищу. Только я не знаю, куда здесь пройти. Ой, блин, опять. Так, а здесь у нас никто не появился? Да-да-да. Сколько раз мы еще это услышим? Так, тут у нас есть... Тут у нас есть Хакон, здесь никого больше нету. Так. А где? Понял. Сначала надо будет вырубить. На крышах болтают, что запасы воды почти на исходе. Да-да-да-да. Впереди тяжелые времена. Ага, ага. Блин, зачем я это взял? Я чисто вот это вот взять. Ну ладно, давай меда возьмем. Пойдем пинать. Эйден, слышал что-нибудь о ночных бегунах? Да. Допрыгну. Эффектное появление. Тихо. У меня есть семья. Не стоило тебе разгуливать одному. А мы сможем застелсить, интересно? Ну же, вы же хорошие люди. Отпустите меня. И как оно нравится, хуйгло? Давай, давай. От меня не уйдешь, говнакус! Давно этого не делал. И давно этого не делал, и у меня оно не получилось. Давай еще раз. Что там надо? L1? Ну ладно, короче. Я потом прочитаю. Да ударь ты уже в конце. Концов. У меня есть семья.
Ёб твою мать! Да фига ты. Спасибо, зомбак. Два. Три. Блин, все равно три удара ему мало. Блин, я же уворачивался. Как вы достали меня уже, зомбаки тупорылые, блин. Пошел нахуй, козел. Прилечиться еще придется. Или не придется? Походу придется. Да хорош уже кряхтеть. Давай мне что-нибудь. Я мог умереть. Ты заслуживаешь награду, дружище. Спасибо. Так. Ну как-то что-то урона маловато все равно. Ну сколько их все равно пинать? Может, они уже второго уровня какого-нибудь. Ладно, забили. Чувак, пить-то как хочется. Ты же Эйден, да? Но. Ты спас мне жизнь. Как мне тебя отплатить? Когда я тебе спас жизнь? Классное оружие у тебя, Эйден. Новое? Ага. Стираю лаской. Не знаю, зачем я лутаю, но просто пусть будет, короче. Правила желтых деревьев. Так, ба-ба-ба-ба-бам. Погнали. Здорово. А с кем из вас можешь поговорить? Ну, давай с девушкой поговорим. Все в порядке? Ваши голоса слышны за милю. Тебе какое дело? Мне жаль ее. Пришел помочь, называется. Пожалей лучше Теодора. Ты его найдешь, иначе... Моника, может, оно и к лучшему? Не говори мне, что лучше. Я повторяю. Живо иди и найди Теодора. Брось. Ты правда этого хочешь? Считаешь жизнь на земле ад? Я тебе устрою настоящий ад, если с Тео что-нибудь случится. Кто такой Теодор? Теодор — главное уёбище на всем базаре. Ему место в тюрьме миротворцев. Иди нахуй, Уилл. Он мой парень, не твой. Так, ну выбора нету. Так, что ты имел в виду, говоря это к лучшему? Ага, расскажи ему, Уилл. Я не мог смотреть, как этот урод клеит сестру и... Уилл заманил Теодора в темную зону, а теперь он пойдет и вытащит его оттуда. Моника, стой. Ты же пилигрим, да? Там полно химикатов. Черт, да и Теодор наверняка уже мертв. Хочешь, чтобы я тоже умер? Даже если я смогу найти его, урод просто меня убьет. Пилигрим, ты не мог бы вытащить этого козла? Прошу. Но ты же сказал, что если он выберется, то прибьет тебя. У меня нет выхода. Это не все. Я беременна. Узнала об этом утром. Тео еще не знает. Ого. Ладно. Я попробую что-нибудь сделать. Он живет в апартаментах на Олд Шэмбл Стрит. Метров 200 отсюда. Теодор должен быть на первом этаже. Дождись ночи. Так будет проще. Надеюсь, ему удалось спрятаться от кусак. И даже это не все. Я люблю Теодора, но он может быть опасен. Осторожнее. У них у всех значки Сити. На шапках, на одежде. Ну давай, до ночи сразу. Но я надеюсь, будет ночь, а не как обычно, там 7:30. Понятно, ночь. У них, походу, только один тут магазин для всех их этих с химикатами, которые, вернее, не магазин, а темное пространство. Единственное место, где они спокойно себя могут чувствовать. Мурашки по коже.
Блин, опять товарищи. Время расплаты! Я тебя вижу. Да-да-да, парни, здорово. От меня не уйти, сучара. Ага. Не хочу с ними общаться просто. Они не культурные ребята. Блин, мы можем взглянуть сюда. Похоже, на этой неделе воды больше не будет. А, разве что магазин. Жалится и не пошлет. Я без фонаря-то бегаю. Парни наверху. Они как раз близко. О! А, это опять... Нет, это за песота какая-то. Интересно. Объявление о поиске яиц. Ну что ж, поищем яйца. Так. Вот оно. Дюжина яиц. У моей дочери свадьба, и я обещала жене, что мы испечем на торжество торт. Пусть в этом городе полно воров, и мы умираем от голода, но важно сохранять достоинство. Мне плевать, что ты сделаешь. Сразишься с каннибалами, убьешь кого-нибудь, выиграешь их в шахматы. Принеси мне дюжину яиц, и обещаю, я найду, как тебя отблагодарить. Полковник Г. Так, предположим, полковник Г. А что мне надо сделать? Это какое-то у нас уже задание будет. У нас похожая кассета была, где рассказывал. Да, посмотрим в дневник, может там появилось что-то. Нет. Ладно, я подумаю насчет этого, пока не знаю. Кстати. Думаешь, как же эти твари выживают при дневном свете? В конце концов, ультрафиолетовые лучи их убивают. Просто дольше, чем остальных. Там было написано вылечить. А что вылечить? О, нифига себе. Нормально. Ну-ка, давай. Мы сейчас все выпьем. А, восполнение. Понятно. Здесь по чуть-чуть. Печаль. Ну, я отошел. Давай. Давай еще разочек. Ну, не? А как долго оно восполняется? Я что, все выпил? В первый раз такое вижу. Ну, в смысле, применяю. Ребят, можно... Классное оружие у тебя, Эйден. Новое? Я уже отвечал на этот вопрос. А что, у вас нет торговца-то? Я не понимаю. Понятно, там крикун. Подожди, где? А, наверху. Нам на первый этаж, но мы на первый этаж не умеем просто так приходить. Мы же через верх пойдем, естественно. Мы на месте? 54, 53 метра. А, еще идти. Я просто смотрю еще заодно это. Так, где вход? Угу. Ну, химикаты, так химикаты, что, в первый раз, что ли? Ну, подлечиться, конечно, надо, потому что там шустрые ребята явно. Восполняется запас, кстати, надо посмотреть будет, сколько. Прыгни, пожалуйста. Так, предыдущие разы... Так, это бегун. Нет, это херня. А, ну мы уже заражаемся, ладно. Я просто все время путаю с химикатами, которые вот это, ну... Кстати, да, хотел по этому поводу сказать что-то. Я вот думал об этом. А кто их сюда принес? И зачем? То есть они сюда попали явно... А так, здесь проход, но с другой... А, понял. Ну ладно, пойдем на первый этаж тогда. Я так резко пошел, конечно. О, здесь у нас безопасно. Это не кристаллы? Нет. Здесь у нас безопасно. А здесь уже явно не очень безопасно. Давай что-нибудь залутаем пока что. Раз уж зашли, чё бы нет. Все в семью. Мы тоже пользуемся таким же правилом.
Только ничего синего там не было. Ящик-то может быть и синий, а вот сохранение какое-то прошло. Так, здоровья у нас много. И мы можем вернуться, кстати. Обойду. Прям, чтобы уж наверняка. Я на всякий случай все время почему-то держу кнопочку квадратную, чтобы он уж наверняка не встал. Что там у нас? Инструменты как раз, которые... Не, я даже трогать это не буду. Так, лут. Наверное, это... А, это срез. В смысле нельзя? Вот опять, да? Походу опять у нас все за это... Все пошло немножко не по плану. А если говорить русским языком... Что там? Пойдем лечиться. То есть восстанавливаться. Что-то все квесты ломаются. Из-за того, что рядом враги. Что это значит? Мне надо всех, что ли, здесь забить? Вообще-то ногой надо было ломать. Ну не хочу никого больше долбить. Кстати, там вон уже кто-то лежит. А, это походу тот зомбарь, которого я заглушил. Нет, а, да. Ну давай уже откроемся, друг. Я задолбался уже перезаходить. И... Ну какие враги. Мне что, все здесь надо, всю улицу зачистить, что ли? Не понимаю. Так это печально, конечно. Давай без врагов, а. Пойдем опять лечиться. Заодно и подумаем, что делать. Это бесит, на самом деле. Я не знаю, что случилось. Что с игрой случилось, что она себя ведет вот таким образом. Я никого больше пинать не хочу. Какие враги близко? Какие? Вот эти, которые за 100 километров... Ты про них говоришь? Им вообще пофигу на нас, на всех. Так, зомбака все-таки что-то выпало. Это какой-то, конечно, трэш. Я уже просто от... Да, давай стоять и ждать. Ого. Нормально у нас тут закусочная. Никаких тут кассет нет. Вот этот значок снизу, вот он уже сколько часов. Походу придется перезаходить. Пойду наверху камень попинаю еще. Так, иди сюда. Иди сюда, ты. Кусок. Давай. Выбьешь? Давай, выбиваешь дверь. Давай. Под раздачу попал раз. Все. А, ты обычный. Ну давай тебя тоже выключим. Своим козырным молотом. Возьмем необычный трофей. Что здесь еще есть? Понятно, зомбак тут еще есть. Может из-за вот этих все-таки здесь происходит это все? Может, теперь тут врагов не будет? Еще и залезать не хотел. Не, я, конечно, могу вокруг еще здания всех порешать, но
как бы какая с этого выгода-то? Иди сюда. Ну. Зайди сюда. Кс-кс. Блин. Ладно, погоня как началась, так она сейчас и закончится, естественно. Вы же не можете сюда подойти. Плакальщик нам пригодится, кстати. Нагло. Все, отмучился. Я тех, кто поближе, просто коцнул, мы уйдем. Отстань. Либо иди ко мне сюда. Либо не подходи. Давай, 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 родной. Как ты меня видишь вообще? Там и лежи. О-о-о. Товарищи, друзья, ну, конечно, устроили тут собрание. Я не знаю, что делать. Потому что все страдают вместе со мной. Ну открой, друг. Ладно, я перезахожу. Все, я сдаюсь. Ну, потому что, а смысл? Ну, вернее, как перезахожу? Я иду наверх. Мы залезаем. Даже не буду перезаходить, возможно. Все, зайдем сюда. Сбегаем. Куда-нибудь поближе, где есть... Торговец, например, давай сюда сбегаем. Есть тут торговец, надеюсь? А, это ничейная земля. Здесь нет никаких торговцев, это ничейная земля. Ну, давай сбегаем... Ну, вот сюда, например. Или мы только что отсюда пришли? Мы там были только что, нет? Ну, отметься. Пойдем в лавку тогда. Где она? А, вон она, одна отсюда даже видна. Так, вот здесь у нас... Знаю, насчет каких врагов, блин, достанут. Своими врагами. Ну, либо придется опять перезаходить, что мне делать крайне неохота. Тут, да, а тут еще лавка через улицу. Не, враги так и не исчезают. Культ врагов. Опа. Плакальщик, не плачь. Что я могу тебе сказать, торговец? Качественные товары. Да, be yourself, все дела. Давай у тебя возьмем тогда вот это все. Продать я тебе могу на 960 целых даже что-то. Ну, потом это сделаем. Здесь тебе всегда рады. Потому что, ну, а смысл мне сейчас продавать что-либо, если я не могу определиться с тем, что я хочу купить?
Нет, враги никуда не исчезают. В общем, не знаю, где мы сейчас окажемся. Вот, но поскольку у меня сейчас все равно запись остановится, а там посмотрим, где что. Вот так вот.